Вот они принимают решения. Вот они сидят, думают, объявляют приватизацию, говорят, что приватизация должна быть настоящей, что мы сейчас продадим Роснефть. Ну, кстати, Башнефть. Вот сейчас мы поговорим, что нужно продать Башнефть, да, и что Башнефть ни в коем случае не должны покупать государственные компании. И президент говорит, не должны покупать государственные компании. И Дворкович говорит, не должны. И что, все. И тут Роснефть говорит, а вот наша заявочка. Все так, опа.